Перикова Виктория Эдуардовна, заместитель председателя Никитовского района Владимира Владимировича Хромушина, общественного движения «Свободный Донбасс». По инициативе Юрия Алексеевича Крикуленко помогаем садику «Звездочка» номер 52 строительными материалами, игрушками для детей. Я также являюсь родителем ребенка, который ходит в этот садик. И мне не безразлична судьба этого садика. Со взгляда родителя в детском садике, да, есть проблемы. Это проблемы окон, которые рассыпаются. Но сотрудники как могут, так и утепляют их. Своими глазами видела канализационные трубы, которые меняли, но менять нужно еще и еще. Так как канализация не в благоприятном состоянии, стены начинают немножко придаваться в неподобный вид. То есть мокрые, они трескаются. Это не есть приятного для того, чтобы дети здесь находились. И на потолках имеются трещины, вот, которые осыпаются. При содействии Крикуленко Юрия Алексеевича и Полубан Марины Янушевны, а также свободного движения «Свободный Донбасс» Хромушина Владимира Владимировича, планируется решение данных проблем. Я заведующая 52-го детского сада, название «Наша звездочка» Панченко Валентина Алексеевна. Заведующая я здесь с января месяца. Детский сад, ему 50 лет, находился, ну, скажем так, как во всех семьях, в рабочем состоянии, но хотелось бы лучшего для наших деток. На данный момент с помощью нашей Народной Республики Партии Свободы Крикуленко Юрия Алексеевича, Владимира Владимировича, получаем спонсорскую от них помощь, выбиваем спонсоров. Нам очень хорошо помогает наше дошкольное образовательное учреждение, управление образованием. Марина Янушина старается, как только может, находит нам спонсоров, которые выделяют нам строительные материалы, материалы для замены водоснабжения. Мы поменяли уже водоснабжение. Сейчас частично меняем канализацию в детском саду. Также стараемся восстановить детский сад так, как хотелось бы для всех деток. У нас находятся проблемы, гнилые рамы, нехватка санузла для детей, так как необходимо водоснабжение горячего. Нам нужно по санитарным нормам горячая вода, и в данный момент управление образования находит средства для приобретения баков по всему детскому саду.